Компания Илона Маска SpaceX впервые смогла сохранить первую ступень космической ракеты после ее старта. Теперь ее можно будет использовать повторно, что позволит сэкономить на строительстве новой первой ступени. Ранее SpaceX уже пыталась сохранить ракету по меньшей мере дважды, безуспешно приземляя ее на плавучую платформу в Атлантическом океане. Теперь же все прошло успешно, в расчетное время первая ступень отделилась и приземлилась на базе ВВС США на мысе Канаверал в 10 километрах от места старта. На орбиту были также выведены все 11 спутников связи нового поколения. Это первый запуск модифицированной версии ракеты Falcon 9 после аварии в июне этого года, когда носитель взорвался вместе с грузовым кораблем.